хороший матч, интересный получился первый матч. Знали, предполагали, что не будет таким простым, как показал первый тайм. Вот, но во втором тайме получилось переломить, даже в первом тайме забили, но под конец. И во втором тайме уже получилось дожать, забить второй гол, могли забить третий гол. Так что в целом можно считать матч удачным, и особенно для меня гол Горевая – это хороший старт весеннего сезона. Я думаю, уже все понимают требования, потому что все подъехали в январе почти, уже было месяц-полтора поработать, запомнить требования, так что хорошо влились, у кого-то есть свои друзья по языку, так что в целом адаптация у всех хорошо прошла. И для меня, и для всех ребят очень важный матч, потому что нам сейчас вообще нельзя терять очки, конкуренты потому что пытаются догнать. И надеюсь продолжить традицию, у меня снова пока две игры, два гола, так что надеюсь будет третий, как минимум. Чувствую себя отлично, думаю, с матчем будем еще больше набирать обороты, ход, физические кондиции. И с каждым матчем, надеюсь, будем лучше и лучше выступать.